Пом-пом-пом-пом-пом. Друзья, всем привет! С вами Женя, и вы на канале Недообзор. Сегодня будет коротенький видеоролик, но я надеюсь, что он вам понравится. У меня на Недообзоре вот такая посылка с крутейшим жидким металлом галлием. В конце видео будет конкурс, то есть условия конкурса, выполнив которые, вы сможете выиграть 5 грамм этого чуда металла, который я вам сейчас покажу. Условия без репостов, самые простые, что могут быть на YouTube. Также условия вы можете найти в описании под видео. Давайте ее сразу распакуем! Опа-па. Я купил 20 грамм галлия, но китайцы, видимо, по ошибке положили мне 50 грамм галлия. Вот это круто! Кстати, я заплатил $12.80, но купил со скидкой в 7%. Скидку на кэшбэк я оставлю в описании под видео. Ага, да, здесь действительно не 20 грамм, это уж явно. Что у нас тут еще? А, сертификат of analysis, ну окей. Галлий – это химический элемент с атомным номером 31 в таблице Менделеева. Он обозначается символом Га. Га относится к группе легких металлов. Этот элемент был назван нет не в честь Галины Петровны, вашей учительницы по химии, а в честь своей родины Франции по ее латинскому названию галлия. При низких температурах этот металл находится в твердом состоянии, ну вот как сейчас, но плавится уже при температуре не намного превышающей комнатную 29,8 градусов по Цельсию. Где используют галлий? В фильмах. И в видосах на ютубе. Ну а если серьезно, галлий активно используется в сверхвысокочастотной электронике, полупроводниковых лазерах, а также в медицине галлий используется для торможения потери костной массы у онкологических больных и для быстрой остановки кровотечения из глубоких ран. Вот так-то. Все тут в интернете рассказывают и показывают, что галлий безопасен и не токсичен. Но я прочитал в Википедии вот такое. Контакт кожи с галлием приводит к тому, что сверхмалые дисперсные частицы металла остаются на ней. Внешне это выглядит как серое пятно. Клиническая картина отравления, кратковременное возбуждение, затем заторможенность, нарушение координации движений, адинамия, о боже, что это, а рефлексия, о кошмар, а это что, замедление дыхания, нарушение его ритма. И на этом фоне наблюдается паралич нижних конечностей, далее кома и смерть. Но боже, ребята, я вообще ни разу не химик и боюсь этого металла. Я только немножечко подержу его в руке и сразу побегу мыть руки в горячей воде. А затем буду с ним играться с перчаткой. Ну что, нужно снять кольцо, я боюсь какой-либо реакции с золотом. Потому что с алюминием эта штука реагирует очень круто. Посмотрите видосы в ютубе и вы сами все поймете. Ладно, я тут подготовился, взял вот такую вот бумагу, чтобы не запачкать стол, и какую-то крышечку. Ну давайте разогреем феном этот металл. Посмотрите, он начал плавиться. Но, наверное, я лучше положу эту баночку в горячую воду, так будет быстрее. Вот она, горячая вода. Закинем галлий туда. Бум. Ну вот, прошло уже около 10 минут. Давайте глянем на галлий. Ух ты! Он растаял, как лед. Ну что, он уже расплавился, и мы можем пробовать выливать его прямо себе в руку. Открутим. Ну, блин! Мне же даже страшно. Какой он тепленький! Блин, какой он теплый и прикольный. Вау, тяжелый какой. Ух ты, ну 50 грамм это уже нехило. Нехило, можно даже куда-нибудь пролить случайно. Воу-воу-воу-воу, подожди, не разливайся. Прикольная штука, вообще прикольная штука. Я в жизни не держал ничего подобного. Давайте попробуем вылить обратно. Оп. О, блин, он застыл у меня на руке. А, нет, а как это теперь слить? Давайте попробуем его собрать. Ну да, вот поэтому я и говорю, что нужно использовать перчатки. Ну что, пойду я мыть руки. Ну вот, руки чисты. Вот, даже намочился тут. Намочился. Попробуем вылить галлий вот сюда, на эту крышечку. Вау, какой классный металл. Он же понемножку начал даже застывать, я смотрю. Ну что ж, давайте я одену перчаточку, чтобы не испачкать руки. Так, не разлить бы называется. Не разлить бы. Пом-пом-пом-пом-пом. Кстати, если его размазать по стеклу, получится зеркало. Да-да. Как же это напоминает фильм «Терминатор 2». Помните этот фильм? Это один из самых крутых фильмов, который я когда-либо видел. Круть нереальная. Ну что, ребята, на сегодня химический эксперимент
завершен. Ссылки на покупку этого жидкого металла будут в описании под видео. А также скидка в 7% тоже будет в описании под видео. Продавец ошибся и прислал мне 50 грамм вместо 20. Я, конечно же, очень рад. Но я думаю, продавец сильно не пострадает от того, что он мне прислал 50 грамм вместо 20. Ну а те, кто хочет выиграть 5 грамм этого чуда металла, участвуйте в конкурсе. Условия такие: поставь лайк, подпишись и оставь любой комментарий под видео. И у тебя будет шанс выиграть 5 грамм галлия. И ни в коем случае не глотайте этот жидкий металл, это очень опасно. Такой видос сегодня, я надеюсь, что он вам понравился. Если понравился, обязательно поделитесь им. Я буду вам очень благодарен, я уже вам благодарен за то, что вы его посмотрели. И с вами был Женя, как всегда. Всем удачи, всем пока. Сушу феном терминатора второго.